Я начинаю запись трансляции. Итак, еще раз всем добрый день, друзья. Пошла у нас поножовщина. Крабс против Пирхен 2. И что у нас? Так, ребята встретились в коробке и не знают, что им делать теперь. Да нет, почему? Видишь, ребята ультами пользуются. Конечно, не знаю, правильно это или нет, но минус от волчары, минус от офкей уже пошло. У меня остается один гудлайф. Режет он двоих. И победа. Ясно, кто здесь взял. Итак, друзья, крабы, вы выбираете команду, за которую будете играть. Крабы, какую команду вы выбираете? Вы за КТ, да? Окей. Пускай переходит тогда за сторону контртеррористов. Да, сейчас экшон будет у нас. Итак, у нас крабсы начали за сторону защиты, Берендвар за сторону атаки. Итак, формат турнира, естественно, играется до 16 раундов, то есть 15 раундов за первую половину и 15 раундов за вторую половину, если, конечно же, это потребуется. Сейчас я гляну на настройку по расам. Итак, распределилось... О, прикинь, нет одинаковых рас. То есть, если у Берендварты состав Нежить, Альянс, Рыцарь Смерти, Кровавый Эльф и Лич, то у крабсов Охотник, Шпион, Орда, Воргенов, Элемент Молнии и Варл. Вот так по расам. Странно, я думал, что в приоритете у всех будет там Нежить, потому что она отхиливает, Рыцарь, потому что он типа имба, но в итоге нет такого. Ну смотри, у нас уже минус 3 от крабсов, Лерой уже забрал двоих игроков, ну и что-то быстро, пока ты все рассказывал, быстренько у нас берендварцы отвалились. И первый раунд у нас за командой крабсов, отлично сыграно. Так, поехали дальше. Один человек пошел сейвить длину, видимо. Нет, у нас выход от атаки на точку Б, конечно, застопорились. Бир Эндуары, но волчары вместе с Офкеем в принципе принимают, и остаются два игрока атаки. Интересно, что за тактика у Биров? Называется слить два раунда и потом вытащить. Нет, ну видишь, первый раунд пистолет был, а второй раунд, естественно, как бы должен был быть эко, да, по логике вещей, но кто-то взял трешечку, кто-то взял диглы, видимо, да, ребята как-то. Ну вот, либо да, либо у биров есть тактика, и они ее придерживаются. Либо. Ну, либо просто бегают, фанятся, как говорится. Ну и победа сил света. Опять же, победа контртеррористов. 2-0. За защитой. Блин, как-то мне непривычно все равно комментировать вот именно с этими. Смотри, говорит нам, что нас плохо слышно. Плохо слышно на стриме. Да. Сейчас, подождите тогда. Попробую я сделать вот так вот. Так, зайди едем дальше. Зайди на трансляцию, послушай. Да, у меня фоном она стоит. Я с фоном слышу, и да, на самом деле плохо слышно. Очень тихо. Меня и тебя? Или только меня? Меня слышно чуть громче. А, тебя чуть громче слышно, ну давай я вот так вот поставлю. Надеюсь, сейчас нормально. Потому что, когда я играю и комментирую, у меня вроде нормально все слышно. Почему-то, ребят, может, у вас с громкостью проблема. Конечно, сейчас пофиксим это. Так, что, 2-0, уже минус 2 от одной команды и минус 2 от другой. Ну да, 3-3 у нас ситуация. Лерой, кстати, забирает у нас на медле игрока атаки. В банке у нас также идет стычка. Поджимают гудлайк. Гудлайк погибает. Ну и остается один солер, который должен тащить. 1-3, по сути, видит игрока защиты на подъеме. Ультует. Ну и хорошо, забирает. Ну, 15 хп у него остается. Против двоих он не знает, где оппоненты, и волчар забирает последний фраг. Это становится счет 3-0. Отлично.
Мне интересно, собираются ли... О, все, Фейд взял жреца. Не знаю, был ли он у него до этого. Возможно, это тактика козырей, потому что жрец считается одним из очень сильных таких рас. Вот, и сейчас я еще раз посмотрю на статистику, кто за кого играет прямо сейчас. Итак, у нас... Да я показываю, да, в принципе. Танцы пока табличку. Ничего не изменилось. Все играют за разные. Мне даже интересно, почему. Может, секрет... Овкей, кстати, здесь, извини, тоже перебиваю. Овкей здесь носится по теровской базе. Он сделал уже минус один. Дает кучу информации своим тиммейтам. Говорит, ребят, атака на базе сидит, поэтому все спокойно. Да, значит, крабы все-таки что-то умеют. Есть какая-то тактика, и они придерживаются. Угу. Волчары претендуют, видимо, на МВП 5-0. Ну, не скажи, конечно, может и выиграют атака, но 30 секунд у них до окончания раунда, бомбу скинули, либо это будет сейф, либо попытаются что-то предпринять. Но у нас выход идет на точку. А, естественно, зигзаг. Ой, хорошо, Фейт попадает по Лерою. Минус Лерой. Солер также убивает у нас волчару. Это, естественно, ребята из Бирендвар заняли точку А. Но бомба... А бомба, видимо, будет у Рептайла, который только что... Ну, не только что, а уже давненько так умер. Угу. А, ну, видно, что игрокам непривычно... Непривычно вот такой формат, потому что, скорее всего, ну, на основном сервере, наверное, больше 2 минут, да, идет раунд, как я понимаю. Что еще раз? Я говорю, ну, вот, когда 15 на 15 идет, раунд идет больше 2 минут, да, как я понимаю. Потому что ребята вот здесь не успевают, то есть они скинули бомбу и начали бегать убивать. Я правильно понимаю, нет? Нет. В настройках установлен раунд 1.45. 1 минута 45. Нет, это вот сейчас в 5x5, да, в формате. А 15 на 15 в обычном, ну, в обычном. А, ты имеешь в виду на нормальном серваке? Да, 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 да. Слушай, честно, сейчас мне нужно будет посмотреть тогда в настройках, потому что, мне кажется, там 2.5 минуты, что ли, стоит где-то. Ну вот, я просто заметил, то, что ребята из Бирендвар, они как-то, ну, видимо, на времени не замечают. Но у нас минус 2 тем временем от Солера, и, скорее всего, это будет первый раунд для атаки, ну, посмотрим. Ребят, если поправьте, если я неправильно ники называю. Или ты меня поправляй. Да все правильно, я думаю, Солер не обидится, тем более, что он тебя вряд ли. Да нет, не Солер, а Эдемайн или Эдемайн. Эдемьен, я думаю, это ник. Эдемьен, Донлайк, Рептиль или Рептайл, Волчара, Клаус Вилсон, Лерой, Овкей, Кернаш. Или Карнак. Так, ну у нас серия разменов. 3 в 5 ситуация, кстати. Гудлайк убивает у нас Вилсона. И это первый раунд для War 3 или... Я слышу бомбу, эта бомба прямо сейчас взрывается, это первый раунд для биров. Можно поздравить их наконец. Да, неплохо. Солер, кстати, открыл эту точку А, пока он фраг-лидер в своей команде. 8-4 у него счет. Ну и, в принципе, первый раунд 4-1 очень неплохо сыграно. Так. А, тут, кстати, я говорил в группе, что у нас будет... розыгрыш. Вот, соответственно, друзья, все, да, все подтверждается. По ходу игры в какой-то момент мы объявим некоторое здание, за которое вы сможете получить либо VIP-привилегию, либо что угодно. Соответственно, здание будет очень простое какое-нибудь, либо написать что-то в группу, либо сделать так, чтобы мы это увидели. Соответственно, тот, кто сделает это раньше всех, получает привилегию, которая будет обещана в условиях. Ну да, неплохой бонус для, тем более, постоянных игроков, кто играет на этом сервере постоянно, как бы, бонус. Для убрать NetGraph. NetGraph, не вопрос, уберем. Так, NetGraph. Все, спасибо. А то я просто привык, ну, когда сам играю, с NetGraph просто. Так, и второй раунд, кстати, для Бирендваров неплохо сыграно, я видел там... Кто у нас? Рептайл.
Рептайл играет у нас за нежить. Быстро Да. бегающий, хилющий. Это его Товарищ. любимая раса, это его топ, наверное, он с помощью умелого использования команды левитация любит хорошенько прыгать. Так, смотри, у нас наконец-то первое совпадение по расам. За призрачного охотника у нас совпадение, Карнаж и Эзенген. Ой-ой-ой, просто неплохо зашли на точку Б. У нас Бирандвар. Просто без шансов уволили у нас Крабсов. Остается один Клаус Вилсон. Ну, Клаус Вилсон 13 хипов. Что ему? Ну, ему, конечно, попытаться сыграть либо на минус. Нет, все-таки попытался он, конечно, сделать минус. И что, третий раунд у минус нас? 5 сделали, отлично. Идут биры. Либо разыгрались. Либо наконец-то нашли свою тактику. Ну, я вот скажу честно, нежить, да, тоже мой любимый этот класс. Я когда первый раз начинал, я именно за нежить начинал. Опять рептайл делает open kill. Где у нас? На точке Б. Да, на точке Б он. Убивает игрока защиты. Ставит спокойно бомба. 3 в 5 у нас ситуация. Нежить, в принципе, такая раса, которая очень хорошо подходит для начинающего. Как и человек, такие легко дающиеся. И в плане использования, и в плане игры самой. Ну вот смотри, Волчал остался 1 в 5. Он, конечно же, пытается засейвить и... он без брони. Ну, Дигл хотя бы попытается засейвить, да. Сыграть на минус какой-то, если, конечно, дадут ему этот минус сделать. Ну... Очень такая шаткая позиция у волчары. 4-4. Неплохо сыграно. Да, 4-4. Буквально подряд, я правильно понимаю, серия из 4 побед у биров. Да, да, точно да. Точно да. Так же, как до этого была у крабов. Угу. Так, громче, я нормально слышу. Крабы рулят. Вилсон молодец. Тебя я медведи. Плохо многие пишут в чате «Медведи тащите». Друзья, на самом деле название клана Бирингвар 3 происходит совсем не от медведей. Не от медведей. Короче, это, возможно, самый первый клан, который появился у нас на... Опа, минус 4, я заговорил. Да, пока читал сообщение, тоже минус 4 сделали ребята. Ну, давай, продолжай. Все равно пока в Кей остался один. Бирнбер 3 это самый старый клан сервака, еще задолго до введения системы кланов появилась идея просто как бы сделать, чтобы игроки с нашего сервака отличались на других, хотя бы чем-то выделялись. Не сказать, что это прям реклама, скорее просто, чтобы свои видели своих. И вот придумал такое название, соответственно, пиво и Warcraft. Ребята поддержали, начали играть, и, соответственно, это был первый клан, по-моему, который зарегистрирован у нас в системе кланов. И вот ребята сейчас успешно защищают свои позиции в серии в 5 побед подряд. Надеюсь, я их не сгладил. Удачи, ребят. Я, в принципе, всем удачи. Да, вообще, в целом, пожелаем командам удачи. Но у нас пока на длине произошла небольшая схватка. Вроде разменялись 2 в 1, но... живой, мертвый только офкей из всей этой движухи. Ну и, соответственно, точку А ребята из Бирандварс забрали. Начали использовать книги мертвых. Отличный ход, чтобы дать своим ребятам, своим сокомандникам шанс еще раз попытать удачу. Видимо, наконец-то появились деньги у всех. Мне интересно, какие меты, какие схемы есть у наших игроков, потому что лично у меня в голове есть несколько таких схем, которые могли бы быть применены именно на КВ. Там, потому что нужен, допустим, либо командный тимплей какой-то, либо там... именно просадка по деньгам противника. Есть специальные расы, которые могут обеспечить. Но посмотрим. Ну, слушай, интересно, знаешь, в чем? Можно подобрать, ну, для себя, для своей команды таких персонажей, как для и защиты точки, допустим, ультимейты, да, так и для атаки какой-либо из точек. Окей, тем временем забирает рептайл дважды, но все равно двое защитников у нас погибли, уже трое защитников погибли, ну и 2 в 5 у нас остается. У нас уже 3 совпадения, ребята определяются своими предпочтениями.
Двое за нежить, Рептайл и Оф Кейк, двое за кровавых магов, Гудлайк и Клаус Вилсон, и, соответственно, двое за призрачного охотника, Дамьен и Кернеш. А слушай, а ты же вроде говорил то, что должна быть одна раса на команду, то есть, соответственно, да. Одна раса за команду, я тебе сейчас озвучил список, это были какие из разных команд. Ну слушай, у нас пока здесь 6-4 и 3 в 1 ситуации. Волчар пытается здесь сыграть на выбивание девайсов. Ну, в принципе, 7-й раунд для команды Берендвар неплохо. То есть в серии из 7. Отлично, отлично, ребята. Да. Ну, очень хорошо идут, ребята. Я надеюсь, что у крабов есть какая-то тактика, чтобы начать противодействовать. Все-таки. Интерес в игре это такая штука. А, начали с командных игр. А, нет, все. Ребята сейчас разминулись. Ой-ой-ой, Эдемаян просто прострелил Лерой через тупую и, в принципе, резнулся. Эдемаян и Солер рептайт на двоих просто разбирают точку А. Ничего, защита с этим поставить не может и предложить, да? И у нас ситуация 3 в 5. Я вообще не успеваю просто. Настолько все быстро происходит. Для меня это непривычно. Я периодически переключаюсь на схематичный вид, чтобы хотя бы как-то успевать следить за событиями. Так, ну Солер и Демьян убивает Вилсона Лероя. В принципе, остается у нас Офке и Волчара. Волчара погибает, но Рес и Цезанна он также погибает. Ну и остается Офке один. Офке также погибает. Но это 8-й раунд за командой Beer and Wars. Ну что, 8-4 остается у нас до окончания первой половины 3 раунда. То есть будет ли это 11-4 или 10-5 или 9-6. Скоро мы с вами узнаем, дорогие друзья. Ой, Солер минуснул, походу, Карнадж в Беры отлично контролят позиции, видишь, с помощью молнии охотника. Как и... Это одна из схем, которые я, собственно, ожидал увидеть, чтобы контролить карту, заблокировать один выход с помощью молнии, но мне очень интересно, будут ли крабы применять пожиратель умений, это итем, который спокойно убирает молнии из карты, для того, чтобы как-то противодействовать этим молниям биров. Ага, ой-ой-ой, что сейчас ребята из крабсов сделали, а будут ли диффузить бомбу? Диффузов нету, не успеет задиффузить бомбу, да. Хотя, в принципе, очень обидно, очень обидно. Да, там Лерой просто залез в окно, расстрелял двоих в спину и, в принципе, все сделал для того, чтобы взять хотя бы 5-й раунд для своей команды, но вот... Ему там кто-то отвлекся на сундук для того, чтобы забрать сундук, взять себе голды. Так, ну, Рептай в нижней тэшке забирает у нас Клаус Вилсон. У нас опять выход на точку Б. Ребята из Бир выходят. Карнаж забирает Рептай. О, забирает еще и Фейт. Отлично. Солер забирает Волчару. Ну и у нас 3 в 3 ситуации. Карнеш перестрелит еще Рептай еще раз после смерти. Ну и 2 в 3 ситуации. Там параллельно Солер забирает Лерой, но он возродился. Солер также забирает Клаус Вилсона. И 2 в 2 у нас ситуация, как бы... Ага. КТ-шники стоят на Б, пытаются найти теров, но на самом деле гигантская ошибка, потому что прямо сейчас Рептайл заложил. Ой-ой-ой, тут опасная ситуация была. 4 в 2 у нас ситуация. Карнеш бежал с ножом, но Гудлайк его не забрал. И, в принципе, 2 в 3 ситуации можно потащить. Еще выкупается у нас Лерой, как я понимаю. Попытаются, ребят, 5-й раунд все забрать. Окей, забирает у нас Солер, Эдмьян. Перестрелился, 17 кипов у нее остается. А бомба-то диффузится. А диффузов опять нету. Да что ж это творится? Ой, друзья, ну зачем же? Вот были бы... Почему? Там сколько они стоят? Да, 250? Нет, они 300 или 400 стоят. Огромная ошибка со стороны крабов. Уже который раунд. Просто, ребята... Те команды, которые нас сейчас смотрят, друзья, учитесь на чужих ошибках, не забывайте про диффузы.
Так, Волчар у нас забирает Рептайл, но Рептайл возродился. В принципе, Эдемьян забирает Вилса, но окей, забирает Эдемьяна. И у нас 4 в 4 ситуация. Правильно я понимаю, что мы сейчас сыграем 15 раундов, и команды должны будут поменяться местами? Сейчас, да, будет либо 11-4, либо 10-5, и меняемся сторонами. Ну, 5 в 2... 10-5, наверное, я думаю, не отпустят ребята из Крабсов такое. Такой раунд. Бомба на руках, конечно, но... Должны ребята из Берендвара придумать что-нибудь. Так, Рептайл. Смотри, надо же, наверное, это куда-то записать значение, которое будет до смены. Ну, только куда... пускай они не переходят, там, сделай скриншот, условно говоря, там в группу первой стороны. Только напиши то, что... Не меняйте сторонами до окончания, точнее. Ну, понял, в общем. То есть сейчас раунд закончится. Все, делай скриншот, короче. Делай скриншот и пускай меняются сторонами. Скриншот сделал? Все, хорошо, отлично. Скриншот сделал, да? Да, меняем крабов, переводим за... Абиров... Переводим. Ну, вот в CSGO проще там, то есть меня, ну, точнее, даже не в CSGO проще, а вообще в формате турнира проще в плане того, то, что счет сохраняется. То есть ты не можешь сейчас, допустим, поставить там биром 10 и 5 крабом, да? Так, 10-5. 10-5, да, запомни. Ну что, у нас начинается вторая пистолетка, второй половины, карта DDoS 2. В целом, Рептайл уже подаркадил банку, а там фул выход у нас от Крабса. Лерой тут маленько понадобился. Конечно, спасибо за пол. Ну и выход у нас на точку Б. Окей, Лерой, неплохо сыграно. И у нас все-таки после смерти выкупается один из игроков защиты, но также погибает. 3 в 5 ситуация. Извиняюсь. 10 побед, у крабов 5. Отлично, отличные мувы от крабов пошли. Лерой, видимо, неплохо разыгрался за прошлое поражение. И сейчас отыгрывается. Ну слушай, 10-6, в принципе, как я понимаю, здесь атака доминирует на этой карте. Как, ну, это мое мнение, потому что, видишь, ребята опять бегут на точку Б, прям всем скопом. Тут засада у нас от Берендваров. Пятером игроки защиты. Ой-ой-ой, просто. Минус 4 моментально. Да. Слушай, на самом деле, вполне вероятно, могу даже сказать, но из-за чего это может быть. Из-за того, что очень сложно угадать, куда пойдет противник. И, скорее всего... У биров была классная тактика скидывать бомбу Рептайлу, который на нежити спокойно может добраться за энное количество секунд, пусть это будет 10, до любого плента. То есть они узнали, что, допустим, крабы на Б, Рептайл быстро сбегал на А, поставил бомбу, и дальше уже они защищаются, они атакуют. Где ссылка на донат? Ребят, ссылка на донат, пишите, да... Так, сейчас, секунду. Вот так вот пишите. И сразу вот ссылочка идет. А. Сейчас, секундочку. А, у тебя включены оповещения, да, от донаты, как у профессиональных стримеров? Да, да, да. Сейчас, секунду, ребят, тогда я сделаю маленечко, не настроил. Да, я тогда перехватываю немножко лавры комментариев. Минус 2 делает крабы. Соответственно. Ой! Красиво. 5 живых у крабов, один же... Все. Минус 5 у биров. И это раунд для команды крабов. Счет 10-8 в пользу биров пока что, потому что очень хорошо идут крабы. Сделали серию из 4 побед у них, включая из прошлого. Таймы, да, можно назвать это? Из прошлого как... раунда. Между пистолетами. 15 раундов есть. Как это называется? Тайм? Ну, просто после первой половины. Вот так можно назвать. Первая половина. Да, объективно. Все.
Так, ребят, Культуру просвещающую. извините, я быстренько тут сейчас сделаю все, потому что... Так, сейчас. Смотри, минус 4 дают крабы прямо Угу. сейчас, минус 5 снова просто на очень простых щах, можно так сказать, берут раунды крабы. Угу. По-моему, даже без смерти они это сделали. Очень красиво идет игра. Волчара снова претендует на МВП. 7-0 у него. Кота можно брать. Конечно, можно. Все, что было запрещено, было указано в запрещенных, ну, точнее, в правилах. Вот. Надеюсь, только не нужно было расписывать вам, что баги запрещены, а е-скиллы там на бомбе и так далее. Так, крабы штурмуют бомб плейс А. 4 мертвых у биров осталось. И только Солер. 0-4 Солер, мы верим в тебя. Ты должен спасти всю команду. 1 в 5, конечно, будет сложно, но... Но возможно. За кровавого эльфа играет Солер, но... Ну что, счет у нас сравнивается 10-5, однако. Ой, 10-5, говорю. 10-10. Да, 10-5. 10-10 счет. У нас, смотри, у нас не как в обычном КВ. Угу. Мы сделали систему, если у ребят по 15 выигранных раундов будет, Угу. ну и то дальше будет у нас как в теннисе, то есть до отрыва в 2 победных раунда. Угу. Снова штурмуют крабсы Bomb Plant А. Слушай, а как правильно, Bomb Plant или Bomb Place? Наверное, Plant? Плент на, ну, на точку, на правильно, на точку А будет, либо на точку Б, вот так вот. Так, сейчас, ребята, я тут маленечко это поднастрою, да, на, потому что у меня что-то сбилось. Крабы снова решают пойти на точку А. Уже через... Делится, делится. Двое по зиге идут, двое по длине. А в это время биры такие... Слушай, а почему бы сейчас не подефать точку Б? Снова совершают они ошибку. Трое уже в минусе. У Волчары 10-0. 11-0 у Волчары. Буквально на моих глазах только что он сделал 11-й килл. Собрался 7-0. Так, итак, 7-0. Это у нас, значит, получается 12. 12-10 в пользу крабсов. Двенадцать-десять крабсов и... Ну, неужели биры так... Серия из 8 побед у крабсов. Возможно, ты прав. Возможно, очень много играет здесь роль атаки или защиты. Потому что, ну, пока очевидно, что в роли теров игра дается проще. Так, Это на сейчас. заметку следующим командам. Если вы выиграли ножевой раунд, вы наверняка сделаете выводы, в какую команду нужно брать. Кстати, крабы же выиграли, получается, ножевой раунд. Взяли КТ. Проиграли половину, ну, получается, да, половину самого 10-5, раунда. 10-5 крабу первую половину проиграли. И сейчас они уже 8-0, как я понимаю, ведут, да? Да, Да, это 8-0. получается 13-10. 13-10. Неплохо, неплохо. Волчара очень красиво играет, очень. Я даже отдельно хочу последить за ним, потому что мне интересно, как он играет 12-0. Итак, это шпион. Шпион Волчара, который взял себе маску. Естественно, это совершенно логично, потому что отхил. Пишут мне в стиме, что, пожалуйста, не сворачивай игру, видео стопится. Но я так понимаю, уже мы прошли этот момент. Да, извиняюсь, извиняюсь, ребят. Да, все хорошо, друзья, больше стопиться видео не будет. Девять ноль. Совершенно правильно. Девять ноль. Ну, я, да, 9 я 0. просто альтабаюсь. Когда альтабается, видео это стопорится. Маленечко плохо, Неужели извиняюсь, да. это поражение биров? Это решающий раунд, Нет, в который, если... два раунда еще.
Если мне память не изменяет. 5 плюс 9, правильно? Они же взяли 5, значит, сейчас 14. 14, 10, 14, мы играем до 16 побед, правильно? Да, все, да. Все, значит, Солер, кстати, за защиту идет 0 на 11. У нас Рептайд убивает Волчару, Лерой Вилсона. Ну и 2 в 5 ситуацию. И Демьян просто маленько в пленте потерялся. Но и остается один фейт против 5 игроков Крабс. И Крабсы, по сути, вырывают победу. Ну, можно уже, скорее всего, смело говорить, если, конечно, Бернадвары не соберутся. Интересная игра, согласись, потому что, ну... Очень такой поворот неожиданный, когда команда берет 10 серий подряд. За атаку все правильно начинали Бервара. Угу. И просто, по сути, своими клешнями крабы сейчас потихонечку вырывают победу у Биров. Я бы даже не сказал не потихонечку, а с полной уверенностью. Опа, тут закупился игрок атаки. Ну, победа сил тьмы. Засейл Фед, конечно, себе девайс, но... Будет ли дропать он кому-то или не так, будет? Завершающий раунд, последний раунд. Да, ласт раунд у нас как бы этого матча. 15-10, да? Да-да-да, 15-10. Из 6 побед нужно провести Бирон сейчас, чтобы адекватно что-то противопоставить крабам. Ну, Бирам надо на самом деле взять 5 раундов и вытянуть до дополнительных раундов. Вот, спасибо большое. Верю в рептилоида. И Стом с вами. Спасибо, спасибо большое за донатики. Так, а пишется, да, у тебя на стриме? На стриме, да, пишется. Спасибо большое. А что прочитает, что там написали? Так, это мне надо альтабиться, чтобы прочитать. А, понял. Да. Значит... Так, ну... Остался один Эдемьян. В принципе, поздравляем команду Крабс с проходом дальше. Как бы, если это Best of 1, опять же, да? Если это Best of 3, то можно погнать вторую карту и как бы... Это смотри сам. Best of 1 или Best of 3? Конечно, потому что мы фактически сегодня не успеем провести Best of 3, если будем так каждую. Mm-hmm. Итак, у нас дальше ZKM of Vok и Biren War 3, второй состав. Начинаем. Да. Начинать, соответственно, команду ZKM и второй состав Биров. Поздравляем команду Крабс с победой в этом противостоянии, а мы уходим на небольшую, дорогие друзья, музыкальную паузу. Никуда не разбегайтесь, скоро вернемся. Все, я так понимаю, стрим пока на паузе. Валь, правильно понимаешь, что стрим пока на паузе? А, все.